Что, истомились? Хорошо. Сегодня у нас проект Arfa Jazz. Будет очень много приглашенных музыкантов, поэтому состав будет постоянно меняться. И все вокруг арфы. Это такое, знаете, путешествие арфы во все джазовые и блюзовые стили. И сегодня мы вас тоже с этим познакомим. Музыка будет исполняться авторская. Вот. Можно хлопать. Спасибо. А начнем мы с композиции «Нино». Это посвящение Нино Катамадзе. Она вошла на мой первый диск. Вот. Но будет также второй диск, который мы будем писать с арфой в конце сентября. И будем вас всех ждать здесь, на премьере диска. Надеюсь, что в октябре мы это все-таки уже выпустим. Вот. Так что спасибо за поддержку. Еще одна композиция к неснятому фильму, но уже саундтрек.
называется «Утро, пришедшее осень». Можно хлопать, если стесняюсь. Сейчас композиция, посвященная газировке, называется «Lime and Fresh». Так, кстати, к нам присоединился Вартан Бабаян. Ваши аплодисменты. Thank you.
Мария Кулакова, Артам Бабаян, Гена Резников. А сейчас прозвучит композиция под названием «Танцы».
Мария Золотова, вот там говоря. Следующая композиция будет называться «Spring Sound». Lazy Crazy Man. Но сегодня она будет исполнена как Lazy Crazy Woman. А теперь еще одна звезда харповой музыки. Харп это переводится не только как арфа, но еще и как губная гармоника, поэтому я приглашаю на эту сцену Бориса Плотникова. Не волнуйтесь, это не рожки от Калашникова, это все губные кормушки.
To bed and I'll sleep.
еще Евгений Степанов, бас-гитара. Сейчас прозвучит блюз для губной гармошки и арфы. Тут такая игра слов, то есть арфа переводится как hard, но губная гармошка тоже переводится как hard, только именно блюз — губная гармошка. Правда, Блэк? Да, ну, харп — это такое. Блюз-харп, допустим. Это сленговое слово. Вот, поэтому мы решили соединить, так сказать, сленг и академические термины. Называется блюз hard and hard. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Чекасина уже в качестве скрипки. Мы сыграем композицию под названием Five Children. Five Children. Thank you.
Спасибо. Анна Чекасина. Артан Новоян. Мария Кулакова. Евгений Степанов. Илья Резников. Спасибо. Сейчас мы сыграем блюз. Он посвящается теме тревела или путешествия. Называется «Сумка на колесиках». Помните, да, эту картину, когда вы идете с вокзала, 6 утра, метро, вы тащите за собой огромную такую сумку на таких маленьких колесиках, и она постоянно не хочет ехать, как вам нужно. Вы сидим то влево, то вправо, то вообще падает. При этом вас толкают вокруг люди, вы еще более злой, потому что не выспавшийся, только приехали с отдыха, а вас тут уже в эту пучину московского ритма нужно сразу войти. Вот. Ну, в общем, об этой песне. К нам присоединится Борис Плотников. Thank you.
Чекасина! Скрипка, Борис Плотников, Ирина Гармоника, Мария Глотова, Арфа, Махамба Бояр, Даня в этот раз, Илья Верзников, перкуссия, Евгений Степанов, бас. А сейчас прозвучит сольная композиция на дудуке, и я прошу на эту сцену замечательную волчелистку Евгению Мовчин-Дрозд. Она недавно сменила фамилию, поэтому я объявляю всегда две. Вот. Ваша аплодисмент. Thank you.
сейчас я хочу приглашить на сцену «Жемчужина вечера». Это струнный квартет во главе с первой скрипкой. Это Наталья Лебеденко. Ваши аплодисменты. Вторая скрипка Анна Чекасина. Альт Михаил Зверев. И виолончель Евгений Молчин-Терафитов. А исполним композицию под названием «Твоя печаль». Твоя печаль.
Спасибо. Наш вечер постепенно подходит к концу. Так вот, неудобно объявлять даже сразу. Вот, но, к сожалению, мы должны прекратить играть. У нас регламент. Потом пойти чай пить. Ну, как-то так. Кто-то не чай. Вот. Ну, что? А, ты знаешь, сколько столиков меня хотят таки пригласить попить чай? Вот. Ну, вторая композиция, она тоже про любовь. Она называется «When I Miss You».
так сегодня с нами играли. Мы хотим всех на сцену, Боря, ты тоже к нам. Итак, Мария Кулакова, арфа. Первая скрипка. Наталья Леденко. Она сегодня стаканы отыграла с температурой, так же, как и я, так что, пожалуйста, побольше аплодисментов. Поддержите человека. Аня Чекасина, вокал, скрипка. Наш самый бородатый гость Михаил Зверев. И Евгения Мовченко-Дрозд. А также Евгений Степанов, бас-гитара. Вартан Бабаян, кахон, ударные. Илья Верезников, перкуссия. Борис Плотников, грудная гармоника. Зачинчик мероприятия. Спасибо, спасибо. Тут человек просится на сцену, очень непростой. Вот, это человек является заслуженным. Сейчас можно он сам представиться, потому что это очень много регалий, и я сразу не смогу представить. Иван Миляев, ваши аплодисменты. Замечательный художник, наш антрепренер, отчасти продюсер и так далее, и так далее. Нет, я хочу сказать совсем другое, что у нас Антон Котиков в этом году вместе с нами участвует в двух грантах, как композитор. И вы сейчас, когда услышите название этих грантов, вы поймете, что только он может быть в одном году в двух таких грантах. Один называется «Путешествие Марко Поло из Италии через Персию в Китай». И я, да, это правда. Вот я художник-постановщик этого гранта, это Тульский кукольный театр. Но это грант президента Российской Федерации, мы надеемся, что мы выиграем, там целая большая команда. И я сегодня его слушал довольно много. Интонация к будущему спектаклю. Да, да. Второй грант еще круче, ребята. Московский театр «Экспромт» музыкальный, «Рождество». Вот. То есть и тоже уже он встречался, худрук театра, это Людмила Ивановна Иванова, «Шурочка служебного романа». И она влюблена в Котикову, как и я ее сын. И мы так, это у нас семейная такая влюбленность в Антона Котикова. И я прошу подарок от группы художников. Вот там просто художников, целая группа, каждое царство делает другой художник. А Антон Котиков, он один. То есть первый день один художник, Италия другой, а Китай третий. Даша, сейчас вот. И несите. Несите. Пресс-студию. Несите пресс-студию. Вот, мы, наверное, не так много заработали, потому что гранты не такие большие, но главное, что вот действительно Антон Котиков действительно вот такой человек, который может делать такие проекты и онлайн. А, дурная гармошка, ух ты. У меня есть это Irish Black Whistle. Теперь попробую писать ирландскую музыку, как раз есть ирландская арфа у нас. Это у нас позитивный проект, вот еще есть ирландская. Спасибо. У меня есть увлечение просто. Кстати, Борис мой учитель по губной гармонике, вот, поэтому у нас сейчас дарят все губные гармоники, потому что я их собираю. Нет, вот. Во-первых, мы любим всю группу, и Машу, и вот учителя, я о нем наслышан, да, и так далее, и всех остальных, и все наши спектакли. Не буду только с одним Антоном, буду со всеми с вами. Это, конечно, тогда будет весь мир открыт. Я им еще об этом не говорил, что. Ну, уже сказали. Ну, что ж у нас, интригу так. Иван Миляев! Тогда напоследок мы сыграем нашу любимую композицию «Harp and Harp». Правильно я сказал? «Harp and Harp». Вообще, арфа и губная гармоника. Thank you.
Представлю Севка, Мария Кулакова, арфа, Борис Плотников, губная гармоника, Илья Лезников, перкуссия, Вартамова Баян, ударные, Евгений Степанов, бас-гитара, также на струнный квартет, Наталья Левиденко, скрипка, Аня Чекасина, вокал, скрипка, Альф Михаил Звеев, уже все прощались, или не уходите, останьтесь. Вот. Белосель, Евгений Мовчак. До новых встреч! Заходите на мою страницу ВКонтакте, там вы можете посмотреть анонс следующих наших концертов. Спасибо.